В лесах Конго живут довольно интересные карликовые шимпанзе – бонобо. Целыми днями они прохлаждаются у реки, делятся пищей, ухаживают за шерстью друг друга и играют с детьми. В общем, живут в полной гармонии, но за их добродушием кроется одна грязная тайна. Бонобо – самые сексуально озабоченные приматы на Земле. И женской половине пора понять, что для мужчины рыбалка – это святое. Это не просто мужики, выпивка, природа. Для них это что-то более глубокое и важное. Ни в коем случае не выезжать на рыбалку в горы или куда-либо за город. Это опасно. Ляля, Азиза и Сая, вот именно тех девушек, которые пропали неделю назад. Подруги решили выехать на природу и до сих пор не вернулись домой. За последний год это не первый случай пропавших людей на окраинах города. Это были все новости к этому часу. Берегите себя. До свидания. Самцы, самки, молодые особи и детеныши целыми днями занимаются сексом с кем попал. Достан! Достан! Да. Че, все взял? Да, все взял, сейчас. Жилхайдар мне нравится. Ты что, угораешь, что ли? В смысле, угораю, мне дядя так зовут. Да ты даже имя нормальное не поможешь придумать, если у ребенка. Не думаю, что это должно быть так сложно ребенку имя найти. А почему ты только мужские предлагаешь? Вот как тебе Айсулу, например? Давай дальше. Может, Сара? Арсен. У тебя башка вообще соображает, а если дочка родится? Ты что, ее Арсеном назовешь? Я думаю, ты тоже предлагаю. Я предлагаю. Ну, давай Анель, например. Алло. Не очень, давай другую. Подожди меня, вторая линия. Что? Нет, только не приду. Здравствуйте, меня зовут Мадина. Мадина, не очень имя. Не поняла. А, я не вам, извините. Я звоню вам из банка Централ Кредит. Вы как 4 дня вышли на просрочку. Да, кредит да. Необходимо оплатить сегодня. На вас уже начисляется. Да. Вы в курсе? Верните хорошо. Долг, иначе банк примет меры принудительного взыскания. У вас уже портится кредитная история. Да, хорошо, я понял. Оно вам надо? Вам, походу, нужны проблемы, да? Вы деньги взяли? Хорошо, я понял. Почему не отдаете? Вы мужик или нет? Хорошо! Верните деньги банку. До свидания. Сука. 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 Че ты сказал? Я не тебе, алло. А кому? И не вам. 47-800. Наличными или картой? Почкой можно? Саган, за честную печень бешеным было мы? Может, Лейла? Че, бывшую свою вспомнил? Видел, что ли, ее недавно где-то? Да я просто что, в голову пришел. Да в твою голову никогда ничего дельного не приходит. Все нужно мне делать самой, вот все. Вот, давай Саулена зовем. Да ну, устаревшее имя какое-то. Не поняла? Ты что-то против моей мамы имеешь? А? Я что, все время просто тетя Света, я... Ты что, идиот? Запарился, я... Мне нравится Сауле, хорошо, давай Сауле. Ты специально сказал, что у моей мамы старомодное имя. Зачем мне будет специально? Да потому что ее ненавидишь. Я ее не ненавижу. Ненавидишь. Не ненавижу. Она мне нравится. Не нравится. Очень нравится она. Нет. Я ее люблю. Да не любишь ты ее. Да люблю я твою мать. Что? Ты чего орешь-то? Ну давай, давай, пари на беременную жену. Где я кричал? Сейчас кричал. Я не кричал. Вот ты зашел и крикнул. Я спокойно спросил. Ты не спокойно спросил. Ты сам знаешь, как ты спросил. Я спросил, что? Угу. Типа, как дела? Не было такого. Спокойно? Не было. Я очень спокойно. Уақыттың қалай өткенін сенің жаныңда байқамай қалдым сезбедім сенің жаныңда вот вы все мужики такие вечно что-то скрываете. Нет, не все. Все? Нет, я не такой. Вот ты такой. Я нет. Ты да. Да, что? Что?
на внимание не обращаешь? Ты хотя бы о ребенке будущем подумай. Вот сколько раз я просила поговорить с соседом, чтобы в подъезде не курил? Сколько раз просила? Ты мужик или нет? У тебя яйца есть? Твои коллекторы мне вон звонят и звонят. Вот здесь они немного сидят. Решил бы наконец свои проблемы. Вот. И потом, значит, бросаем их все в банку и по одному вытаскиваем. Ну, зух-то выбрать легче, так ведь? Че думаешь, Дас? Дас. Дас. Я завтра на рыбалку, Споки. Привет, Жанна! Да пошли вы! Как не переживать, когда у тебя муж кидала! Ты, главное, не рожай сегодня, все нормально будет. Да уже не все нормально! Что, ну что, Туган уже проснулся? Я тебя люблю, Запятка! Я все расскажу нашему ребенку, как ты вас бросил! Не надо. Поехали, поехали. Штучку про Фуку до конца не верил, что ты выйдешь. Думал, как всегда отмазку придумаешь, типа там... Выйти не могу, вещи постирал. Голову помыл, уже поздно. Типа Жанна закрыла. Куда такое было? Тебе что, смс-ки показать? Кто вас всех собрал? Забыли старое. До новыми приключениями вперед. Че, мы реально на рыбалку едем, что ли? Да. Ты, я думаю, это отмазка для Жанны. В смысле? Да мы же даже рыбачить не умеем. Научимся? У меня все есть вон. Сзади, смотри. Смотри, значит. Ё-моё. Парма запарил, блин! Ты не мог багажник освободить? Да это бракованный товар. Жалко выбрасывать. Да и в аул не отправишь, не поймут. И ладно, пацаны, давай музыку послушаем. Арманды бастырды армия туған қазақтың. Адалауды састырды армия туған қазақтың.
Чумер! Ағатай! Чумер! 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 Қайда барақсың? Чумер! Стай! Жіберме, жіберме! Оқ, бейдер! Эй, балам, онда жатырмай! Эй, кутек! Эй, попал, братишка! Куко, брат, өзің күжірш. Сәбетке айтып барлығын қайтарам. Қайтарам, ақшаңдықта, жылқыңдықта қойып берем. Көрінген таудың астығы жоқ. Кеттік жәлі оған. Бросай, выкпинг да ластай. Каждый день ластайм, ты все знаешь сам. Я не настаиваю. Бәрі естественно, біздің ағайын. Бәрін давно степца. Я серьезно тебе говорю, Армана назови его и все. А я ему потом свой бизнес подарю. Да пошел ты. Я хочу, чтобы нормальными игрушками игрался. Ты прикинь, да домой приходишь, а он резиновую бабу грызет. Не, красивое имя хочу. Дальше что, Мурата назови? Красивое же имя. И что? Он что, потом участковым будет работать, что ли, как-то? Я, Армаха, ты на больной не дави, а? Все, все, братан, извиняйте, что ты сразу? На лучше, братан, пиво зацепи. Холодненького. Всегда. Да у меня дар, я чувствую. Я чувствую, туда вообще не надо идти. Если хочешь, не иди. Смотри, я предупреждал. Эдас, 92-й, залей полный бак, третья колонка. Просто колонка, братан, просто. 40! Здрасте! Да вы все время так говорите. Что думаешь, секс-шопом только в Европе пользуются? Конечно. Вряд ли казахи секс-шоп ходят. Не, не ходят. Ну вот видишь. Зато знаешь, доставкой как пользуются. Я как доставку себе сделал, у меня бизнес сразу в горы пошел, прикинь. А скоро во все аулы начну доставлять. Да ну нафиг. Поехали, поехали. Поехали. Че, где сдача? Не дали сдачу, поехали. Нифига себе, что за беспредел? Сейчас разберусь. Мура, запомнил, поехали. Сейчас, подожди. Да не понял, ты там мне сдачи не хочешь дать, а? Что это, Мура? Поехали, поехали. Пацан, садаха, садаха, поехали. Забрал даже? Садаха. Поехали. Мне не нравится все это.
эй! Бүдірген тастама! Табиғат пластама! Өзің су жеді құдыққа түкірме деген білесің бе? Не абрана? Аң не істейміз? Өндіріп көмп кедеміз, а? Сен есім дұрыс ба? Өзімізге керек нәрсенген аламыз. Братан, мына психопат екін жертпей қойшы. Постоянно аяқ қоралып, Миша дедіп те жүрді. Миша конкретті бірдеңе дедім ба? Не, постоянно адам өлтіріп жүрген, келдірсің ба? Келдірмін. Өлтіре аласың ба? Өлтіре аламын. Көтіп ұстаймыз? Жұдайып көтім. Өлтіремін. Алат жал. Не болды саған, не? Екіте бір болды ал, өлтір жал. Қолынан келе ма? Мен тоқтаймын мен қазір. Қолынан келе ма? Тоқтаймын мен дедім. Қолынан келе ма? Не дейсің алай? Не болды? Жүйе өрін көтте шула бар. Мұзға басып отқан. Төрте түгел баса төбеде келеді дейді. Бөлінген бөрі жеттеген тағы бар. Жұмай өзің дейді. Не қыз? Кет! Бәрі өзің ұштамайды. Қошы ба! Дейін соңмай сен? Енді көке обал қой енді өліп барасың қой. Ой, жөнде! Тоқташы, мәшеге апарып тияқшы. Өзің апар. Көріпсің ғой, талып қалды көмектесі. Атқан сен ғой, жеткіз енді. Тоқташы! Ұсташы! Пожалуйста, давай. Пожалуйста. Қатырақ! Пожалуйста! Вот и пожалуйста.
халқымды жолың тетшей берсін бағана шаңтызан мен бәріне ризам бәрі жалымен. Эй, нифига ты лодку нашел, где ты ее украл? Что я взял? Эй, у тебя же сосед вроде наркоман был. Не, не, это Ганя, Сереги. А, Серега, это этот, который... О, пацаны, знакомьтесь, мои подруги Перезад и Куляйда. Слушай, Мура, я тебя впервые вижу с девчонками, ну и то резиновые. Ты же говорил, кстати, что они бракованные. Нормальные подруги, че? Да, у Кулялям просто рот не открывается. Ой, блин, она же мне больше нравилась. А Перезад — это моя бывшая. Хороших отношений просто остались с ней. В смысле бывшая? Вот так вот всегда. Кстати, Мурка, ты знаешь, что увлечение вот психологии, увлечение такими сексуальными игрушками, неодушевленными предметами говорит о неврозах. Потом они переходят в психозы, в клиническую стадию, потому что лечить надо. Вот, а как бы цель человека избавиться от нестабильной психики. Нестабильная психика, говоришь? Знаешь, что такое нестабильная психика? Это когда ты женишься и не общаешься со своими друзьями. Псих. Мура прав. У меня другая ситуация. Братан, дай лучше что-нибудь от комаров, а? Ой, ян, казак, чата верми. Три давай. Орынның арты бір тұтан деген десетің бе сен? Жоқ, братан. Мен өтірік алдаған жоқ мұн. Ол осы жерде болу керек. Сабит! Сабит ағам! Ағам, Сабит! Әні, келе жатыр. Мен қуан ба, әні? Капец, Мура, ты. Я с тобой больше не поеду на рыбалку. В смысле? Да ты моих девчонок эксплуатируешь, блин. По полному еще. А что, прикольная, приятная лодка получилась. Если я тебя первый раз слышу слово «эксплуатируешь», я не думал, ты знаешь такие слова. Так ты что, завязывай. Я же раньше в акимате работал. Сейчас я покажу вам, как в акимате рыбу ловят. Смотри. Свет! Э! Рукожопы, блин! Иди нырять! Не шок, блин! Смотри, пацаны, как надо! Ай! Ай, ай, Мура, Мура, подожди, Мура, Мура, подожди! Ох! А, что там, Мура, что ты сделал, а? А, а капец, у меня ухо оторвало, что ли, а? Не-не, нормально, Мура, подожди, ты! Че нормально? Дай посмотри, брось! Кровь! Кровь! Скажи, Ждас, нормально же ухо? Нет, нет, нет! Оторвалось, братан! Оторвалось ухо! Аталмай, сволочь! А! Аталам! Мя! Отцал! Отцал! Я джалозиком, и сейчас псын! Шашамай, сэр! Шашам! Аган на аркасында жүгін! Чуатсын! Трусайт. Я джалп демесе қалу! А! Джалозика! Аталмай, сэр! А! Ты чё? Что ты сделал? Я хотел обрать, но сделаешь бы! Я обрать хотел, она вот тут висит! Видел, что не трогай вообще! Ай! Ай! Ха! Вы ешала не стенсили! Есть он дружба! Да не стенсили! Детер! Каласындар! Балкалай! Кем? Бергиш? Бергиш, Бергиш кем это? Кем? Эй, 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 Бергиш! Мы ничего не видели. Бергиш, ты че? Мы ничего не видели, извините. Эй! Степки. Барда, 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 Ничего не видели, извините! Быстрее, быстрее! Да быстрее, Мура, ты сидишь, где крепи!
Что ты паникуешь? Я вам быстрее, я не хочу умирать! Просто беги! Я тут, знаешь! Я припасен дерьмя! Что, что, Что слышишь? Мне что-то попытаться рассказать, но бей, кетпейт, қоған жетпейт дегенде естіпеңдер? А? Сейчас разберусь, пацаны. Полиция Алматы. Лейтенант Юхпаев. Все, что вы скажете в суде. В общем, короче, братан, ты арестован. А это серьезно? Нападение на полицейского? Да, чувствуешь? Да. Просто был на собой, был посттравматический инцидент, мы просто перенервничали, я предлагал... Все, пацаны, все, мы сдаемся. Эй, жатқан жыланның құйрығын баспау керек еді. Құтылдыр ба? Адаммен сөйлескенде көзіне қарап сөйлесу керек. Көзге қарап. Мұн не пәлі тағы? Эй, құрбар арқарай. Меңіреусің бәне? Мен саған айтып тұрмын. Кет дегенде ит деген не? Кет дедім ғой мен саған. Есімесің бәне? А? Келесің бәне? Оған өшпейсің бәне? Дозма? Братан! We'll be right back.
Братан, до конца гигаламыз. Отвечай, до конца, до конца! Кумаше! Кайдан гиган денің дұрыс ба? Герой маше не в темы. Өлетін адам өлді, тірі адам тіршілігін жасы көр, кетіп бол. Сен, братан үшін, гигамайсың бәлі. Е, Питок, е, өлетін адам өліп бал, тірі адам тірілігін істі көр, ұқтың ба? Сенің де братаның ғой. Кім? Сенің де братаның ғой. Кім? Кока! Кока! Е, Питок, қума, ұстамаса ғайрат сенің де мен тұқтың ба? Қайырсын, маған сол керек, кел сен, кел! Мен кеттің, өзің бірден еғыларсың. Тоқта. Задың көмі сал күрі өгәне. Тоқта, көкі. Кет жоғын, жоғын, жоғын. Братаның ғой сенің, е! Е, қисық, тоқта! Е, сол ғой, е! Е! Кет! Чёрт! Мура, Мура, что будем делать? Откуда мне знать? Ты же у нас предсказатель. Я пошел ты! Ты же у нас мент! Че, тебя не учили, что делать в подобных ситуациях? Какие ситуации? Когда какой-то маньяк разрывает рот кому-то, что ли? Не учили! Пацаны, давай назад вернемся. Пожалуйста. Я обручалку потерял. Меня Жанна убьет, а когда на первом курсе обручалку потерял, от меня чуть не ушла. Пожалуйста, это очень важно. Я вас прошу, давайте вернемся, обручалку мы найдем. Э, соберись, тряпка. От волков убегать, по волчьи выйти. Ну или как там было? Короче, ты понял. Сейчас аккуратно добираемся до машины, садимся и валим отсюда. А там я уже своим сообщу. Валим. Сейчас заткнись, за свою жену не можешь уследить. Кончено. Тихо говорю, что ты такое про жену? Э, жена твоя конченая. Как ты? Сарм, следи ее за женой. Тихо.
Хоть и жить умею, вертиться дым, так что кешер пойку говорю. Могу мита. Нен! Не вороб трусни! А? Тохрова с хрена. Китчики. Сколько лет работаю школьным участковым, но такого никогда не видел. Из-за тебя все со своей рыбалкой. Да мы же даже рыбачить не умеем. Что ты орешь на меня? А что ты нас вытащил? Я говорю, ты как лучше хотел. Да лучше бы ты не объявлялся вообще. Да успокойтесь вы. Нам нужно срочно позвонить. Нужно подкрепление. Че ты себе рэпа строишь? Я, а че ты звонишь? Вот твой телефон. Ты что, тупой? Я не да знаю. Да вот вы... Ух ты! Эберу стволами! Не был ты? А? Пацаны, серьезно, я ногу не чувствую, пацаны, да мне больно, пацаны. Бля, ну пацаны, а! Че там, жопу подстрелили. Посмотри, ты че, где? Ну-ка, а? Ну-ка, сними, давай посмотрим. Посмотри, посмотри. Сними, сними, че там? А? Че? Ты где? Я нормально, ж, да тут только царапина, да? Ненавижу тебя. Серьезно? Ну да, смотри. Это ж круглый особо нету. Подожди. Да. Что уже за что? Я рожаю, урод! Пацаны, поехали, Жанна рожает. Все эти... Ой, что ты? Дай сюда! Что ты хочешь? Дай, дай. Подожди. Дай. Дай. Алло, полиция! Дежурный слушает. На нас тут напали бандиты!
быстрее, давайте, нам помощь нужна! В Жаровском районе идут митинги, вы там чего? Находитесь? Уже подавших есть прохады, какие лозунги они выдвигают? Чувак, какие в жопу лозунги! Нас убивают! Молодой человек, у нас тут митинг идет, понимаете? Баба, мы серьезно работой заняты, а вы ерундой страдаете. До свидания. Трасса. Скажи, баба... Что ты делаешь? Ты что сделал? Эй, псих, ты что сделал? Как я Жене позвоню? Надо. Она рожает, как я ей позвоню? Подкаблучник, ты достал уже со своей Жанной! Меня подстрелили, ты что, не видишь, что ли, а? Слышь, ты меня достал со своим подкаблучником, кто подкаблучник? Да ладно, пацан, успокойся. Ты подкаблучник, понял? Я лучше быть подкаблучником, чем как ты ни разу бабы не было в твоей жизни. Да лучше быть одному, понял? И оставаться мужчиной, а не так, чтобы баба командовала. Я, пацаны, нам сейчас вместе держаться нужно, давай. Ну, успокоимся, не будем ссориться. Слышь, ты, это моя жена, понял? Базар фильтруй. Я с тобой разговариваю, это моя жена базар фильтруй, понял? Успокойтесь, Дадас, успокойся, ё-моё! Нам сейчас вместе держаться нужно. Плюс Мура прав, прислушайся к его словам. И чё вы знаете вообще, пацаны? А? Чё вы за жизнь знаете? Чё ты меня учишь? Я как щеглами были, так и остались со школы. Всю жизнь вас тащу, бля. Тупые, бля. Ты знаешь, что семья — это ответственность в первую очередь? Что думаешь, самая главная проблема — мужиком остаться? А? Знаешь, когда проблема? Сказать тебе, когда проблема? А? Это когда ты хер знает где в лесу! И твоя жена рожает, и ты не знаешь ничего! Ты не знаешь где ты, не знаешь, что ты со своей женой! Как пройдет! Самое главное, ты не знаешь вообще, любишь ты ее или нет, тебе надо это все или нет! А тебе с ней всю жизнь жить! Потому что у тебя же ребенок родится вот сейчас! Сможешь так? Мужик! Пошли в жопу. Да ладно, чё ты, успокойся. Нам не стоит разделяться, Дас! Да пусть уходит, чёрт. Пойдем. Да хоть бы с ним ничего не случилось. Я буду всегда тебе слушать и можешь сама имя выбрать. Даже слушал самим действием больше вода. Болмасам бекер болшу. Достар мен өмірдің мәні виновата. Нормально ж пацан был раньше. Говори, блядь, еще и отмазываться. А? Мы с тобой никогда, брат, никогда не кинем друг друга, скажи же. Да, конечно, брат, мы с тобой настоящие друзья. Брат, спасибо тебе. Хотел сказать, что никогда не брошу тебя в беде. Я всегда с тобой. Ты что, ради этой клятвы руку порезал, что ли? Брат, меня в жопу уж подстрелил. Ладно, это не важно, да я обниму. Брат, клянусь, что никогда, никогда не пожалею о том, в чем сейчас я клянусь. И никогда не откажусь от своих слов. Клянусь! Не, погоди. Ты что из бригады клятву пихаешь? Жопа болит. Ты что, хотя пару слов не мог от себя добавить? Да нормально, клятву, что ты, блядь? Я же твой друг, ё-моё, ты, блин, просто взял и скопировал клятву. Да жопа болит, заткнись, а! Thank you.
пошла. Фу, пошла сюда. Нельзя. Фу, иди сюда. А, не трогай меня. Уже проснулся, сынок? Знаю. Где? Ты в своем новом доме? В смысле в новом доме? Все, давай, отпускай меня, у меня жена рожает. Домой. Сколько времени? Отпускайте меня! Что за фигня? Что хотите? Внуков? Что? Я здесь при чем? Ты мне их сделаешь. Ты понравился моей дочке, а у нее никогда не было парня. Это логично, в принципе. А ты красивый. Дочка, иди сюда, стань рядом. Нет, нет. Сейчас я вас поженю. А, не трогай меня, не трогай меня. Ты согласна выйти за него? Да, он красивый. Не дыши. А ты согласен, сынок? Мне надо подумать. А, я согласен. Ну и хорошо. Теперь начинайте делать, внуков. Сейчас, что ли? Вы что делаете? Блин, у вас жесткие проблемы. Вам психологу надо. Отпустите, пожалуйста. О, я не могу так сразу. Ой, пожалуйста. Ой, день, жар, жар. Алма мойын ақсұңқар. Қошы сен бол құрбығым ай. Құрбылық пен жүрдім жай. Бір күн ауру, бір күн сау. Таба алмадым бағымдай. Өткен іске өкінге бір келмесін білдім ай. Че, пойдем? Посмотрим. Стой. Не надо. Че? Страшная какая-то. В смысле страшно? Помощь нужна, пойдем. Какая в жопу помощь? В жопе моя помощь нужна. Ты что, гонишь, что ли? Ужастики не смотришь? Там по-любому какой-нибудь маньяк прячется. Здесь кто-нибудь есть? Вот видишь, никого нету. Пойдем, не стрингуй. Пойдем, я. Там по-любому с тобой еще что-нибудь случится. Я же чувствую, всегда вам говорю, когда что-то. Не каркай, а?
Сәлем. Қалайсыз? Мен сені ұзақ іздедім. Что такое? Достарың қайда? А? Шақыр давай, кім миларды шашып тастаймын? Олар мұнда жоқ. Олар маған достарым емес. Маған конкретно сендердің атаңшыларың бәрібір, түсіндің бе? Мен мұнда братаным мен досым үшін кек алуға келдім. Түсіндің бе? Ничего не делал, это же все маньяк. Қандай маньяк? Одноглазый, жесткий тип. Оно ма? Нет, это извращенец. У него два глаза, видишь? Многим хатным бы? Я хатным холода. Рожает сегодня. Отпусти, пожалуйста. И, короче, купсись, бог сись. Ты, братан, невиновных убиваешь! У тебя неприкрытая агрессия, понимаешь? Я тебе говорю, мы не виноваты, ты все равно хочешь меня убить. У тебя какая-то психологическая травма. Скорее всего, из детства. Понимаешь? Ты нас убьешь, тебе легче не станет. Тебе надо проработать. У тебя, может, в детстве что-то было. Папа, может, избивал. Или мама не любила тебя. Обычно это происходит очень рано, до 4 лет. И человек не помнит. Надо вспомнить. Это очень важно, понимаешь? Тебе это пригодится. Вспоминай. Қора тазыладым. Қолым үсіп қалды қыста. Вот, не лучше. Азыр батя қатал болды. Больницада жаттым. Не айтып кеттік бізге, не айтып кеттім өне! Капец, страшное место, Мура. Пойдем отсюда. Успокойся ты, слышишь? Thank you.
меня тоже падла меня завалит. Армаха, брат. Я жить хочу. Как? Что делать? Соберись! Что делать? Соберись, тряпка! Выглядишь как труп. Где мы? Мы в гостях. У одноглаза, что ли? У одноглаза. Мурка где? Мурка? Мурка Сибанто. Кидал. Еще тебя кидал и называл. Да ладно. Я бы на его месте тоже свалил. Да я бы тоже Сибанто сделал бы. Хотя что, наверное. Да я бы точно свалил бы отсюда. Спасибо. Спасибо. Я живой! Я живой! Пора спасать друзей. Жан, достаршын, соңына дейін қалғанша соңғы деміме дейін. Қандай қиындық болсын мейлі, достар үшін соңына дейін. Достар үшін. Пацаны, я все понял. Пацаны, я еще осознал, простите. Вы мои родные братья. Я без вас никуда. Сейчас мы развяжемся. Но если по пути нам встретится этот псих, я ему лично. Что-то прежде не предпосылка.
металлом до конца! Жігіттер, кете беріңдер. Қалған өзім қатырам.
Cere çıktır. İyi gün gittim. Baca kulak kovarım değil. Her şeyine bak ver uyruk. Ölüm uyuran Ömer Maydan'da gelmesin değil mi? Спорим, сейчас упадет. Не, не упадет. Упал. Эй, Чехтер! Эй, Жасса! Жанна! Отходи! Да, братан, не переживай. Мы по-любому успеем. Если я опоздаю на партнерский, меня Жанна не простит. Да нормально все, я тебе отвечаю. Ты, Мурка! Красава, что вернулся за нами. Че, пацаны? Я потом всю жизнь себя ненавидел, если с вами что-то случилось. Я вообще думал, это рыбалка. Первая и последняя будет. Сука местная, все вытащили. Только маленький писюн оставили. Ладно, ладно, ладно. Арма, ты же сам говорил бракованный товар, поехали. Я понял, что мы настоящие братья. Самые настоящие братья. Простите, что я пропал. Мне реально стыдно. Вы правы. Я больше никогда не пропаду. Я всегда буду рядом. Любой кипиш, любой вертяк. Я всегда буду рядом. Можете на меня рассчитывать. Спасибо. Спасибо, я все понял. Точно? Да. Можно со своей семьей наедине? Давай, давай, конечно, брат. Спасибо. И ты сейчас совсем не каблук. Дас, брат. Че? Вот здесь, брат. Я понял, спасибо. Не, я говорю, вот здесь. Братья, до конца. Да я говорю, вот здесь, у тебя кровь на рубашке, убери. Говорю, где? Уақыттың қалай өткенін сенің жаныңда
нога у меня была мокрая, я бежал, и она, видимо, соскользнула. Слушай, ты можешь просто сказать, где ты был на самом деле? На рыбалку. А рыба где? Мы не успели поймать, понимаешь? Там кипиш начался. Нам лодку прострелили, мы в воду прыгнули. Там телефон уже... покажи. Покажи. Нету. Разбился. Мура его разбил. Он, когда в полицию звонили, он психанул и сломал его. А у пацанов телефоны утонули в воде. Слушай, ну если ты не хочешь говорить, где ты был на самом деле, ну ладно, хорошо. В смысле не хочу, да? Я же тебе рассказываю. Что? Мы увидели убийство, начали убегать, за нами гнались. Потом появился какой-то одноглазый маньяк, начал всех убивать. Я увидел, как там голову отрезали. Потом мы попали в дом каким-то извращенцам. А подтвердить кто-нибудь может? Умерли все. Только мы выжили. Честно.